Сегодня мы открываем замечательный выступ. Оля придет в Красную. Вот это наш герой. Я помню, что каждый день будет. И я передаю слово Вере Колокову, которая написала Я сегодня хочу поздравить себя и вас, потому что у меня ощущение, что мы все присутствуем с вами на выставке, довольно редкой, редкой, потому что здесь все правильно. Здесь правильно выбрана идея, потому что, чтобы переходить от фигуратива к абстракции, лучше позже найдешь, никакой не будет. Здесь правильно подобран состав участников, потому что они все абсолютно умеют ловить идеи друг друга, сохраняя свою индивидуальность. Это очень редко. Здесь правильно, великолепно составлена экспозиция. И наша скромная касса должна получить свои заслуженные комплименты. Давайте, касса, похлопаем. Мне это неудобно делать, потому что у меня так. Вот. Здесь все правильно, здесь все хорошо, здесь все очень перспективно. И вот особенно, конечно, я терпеть не могу злобу дня, да, но вот особенно сегодня эта выставка вот, в контексте нашей современности, она еще и как некоторый такой общественный акт случайно стала выглядеть. Поэтому я всех вас поздравляю, спасибо огромное за то, что вы делаете. И единственное, что я хочу сказать еще, это очень трудно художнику находиться в группе. Я это знаю точно, потому что много лет я являюсь куратором маленькой группы художников. Очень трудно художникам сосуществовать в группе долгое время. Поэтому вы молодцы, что вы это можете, и у вас огромные перспективы, пока вы вместе. Спасибо большое. Передавать микрофон, вот как встали, да, микрофоны получили, вот, и все, я считаю, будет очень гармонично. Микрофон, Верочка. Ну, может, мы пришли, увидели, поистине понравилась выставка. Спасибо огромное клубу. И идея была Вадима устроить второй раз нашу групповую выставку. И нам интересно вместе работать, и мы надеемся, что нам интересно смотреть. Интересно. Дорогие друзья, здравствуйте. Спасибо, что вы пришли на нашу выставку. Вот тема этой выставки или проект очень долго готовился и долго думали над ним. И не сразу это был рожден проект. Вот почему действительно поле и почему переход к абстракции? Вот для меня, например, я так считаю, что абстрактную работу написать в принципе невозможно. Ну, если только к этому относиться серьезно и с определенных позиций. А вот переход, все вот те вариации на подходах к какой-то вот идеальной абстрактной форме, они возможны и существуют. Вот, собственно говоря, наши художники и демонстрируют в своем творчестве разные как бы подходы, разный натиск в эту сторону. Наверное, вот этот бальзаковский герой все время вспоминается, о котором писал когда-то Кантор в своей хорошей статье. Я сейчас не помню имя этого героя. Если Бальзак кто-то читал,
Этот художник, он в 15 веке писал прекрасную модель, очень академично, реалистично, и над ней мучился долго и пытался превзойти природу, и превзошел. И написал, и умер. А потом пришли, открыли этот холст и увидели там чистые абстракции. И то где-то в уголке нежная такая ножка женская осталась еще не замазанной. Абстракция — это взрыв, это опасная вообще в чистом виде, на мой взгляд, вещь. И, конечно, мы переходим, но будем долго переходить. У нас все здесь художники, они все имеют академическое образование, все долгие годы писали в системе Московского союза художников, в системе реалистической школы. Вот. Ну, об этом, может быть, продолжит у нас Танечка Ипатенко. Она все-таки у нас профессор, преподает в Строгановке, лучше знает. Я хочу сказать большое спасибо своим друзьям за то, что вот они есть, наши замечательные художники, с которыми мы все вместе работаем. Кажется, я знаю каждого из художников достаточно уже хорошо. Но это только кажется. Я всегда с удовольствием смотрю на их работы именно и на выставках, потому что каждая работа, она как-то звучит по-новому, по-новому открывается. Наверное, для этого работа и пишется, чтобы их увидеть на светлой стене и посмотреть всю выразительность работы, увидеть ее на расстоянии. Это как новое лицо автора. Мы можем увидеть, и какие-то новые интонации появляются. И я бы хотела вот сказать, что мне нравится именно наша творческая совместная такая жизнь, и хотела, чтобы мы и дальше продолжили, какие-то новые проекты придумывали и продолжали в том же духе. Передаем микрофон замечательному художнику Татьяне Колева. Очень хочется поблагодарить всех, кто пришел сюда, этому прекрасному месту, где мы уже второй раз выставляемся, и что в прошлый раз, что в этот, очень прекрасное впечатление, что как, подход профессиональный к своей работе, к организации всего этого.